Шашки – одна из древнейших игр, на сегодняшний день приобретает все большую популярность. В нашей стране национальные шашечные турниры проводятся с XIX века в разных городах России. Не стал исключением и Тихвин. Достижения тихвинских шашистов очень высокие довольно-таки на российском и на мировом уровне. Наши ребята добивались результатов и на первенстве мира, были и победителем первенства мира, и призерами чемпионатов России. Вот. И из последних достижений, буквально в июне проходил Кубок мира среди мужчин и женщин. Наша спортсменка, мастер спорта Анна Елагина, там заняла второе место. В городском шахматно-шашечном клубе состоялось открытие этапа Кубка мира по шашкам. Наш город принимает этот турнир уже второй год. Начинается этап Кубка мира по шашкам 64. Этот турнир стал для города Тихвин традиционный. Он у нас проводится во второй раз. Вообще в Тихвине соревнования по шашкам всероссийского международного уровня проводятся с 2003 года. Это были и Кубки России среди юношей, и среди взрослых. Всероссийские гроссмейстерские турниры. И мы, можно сказать, доросли до международных соревнований. География соревнований – 6 стран мира. Россия, Белоруссия, Украина, Молдова, Израиль и Туркменистан. В турнире участвуют спортсмены разных возрастных категорий – от 10 лет и старше. Среди них гроссмейстеры международного класса. Хочу поздравить с началом спортивного мероприятия, с этапом Кубка мира. В городе Тихвине, Ленинградской области, это мероприятие проводится второй год уже и собирает все больше и больше стран и участников, и это очень отрадно. Сами я занимаюсь уже шашками с 10 лет, то есть уже более 20 с лишним лет. Максим Смирнов и Евгений Куршев – самые молодые участники соревнований, играют в шашки уже более 3 лет. Я уже играю в шашки 3 года, и мне нравится в них играть. У меня уже 4 медали. Золотая, 2 золотых, серебряная и бронзовая. Я уже занимаюсь шашками 5 лет. У меня разряд кандидат мастера спорта. Мне очень нравится играть в шашки. Я уже во многих участвовал в турнирах. Здесь, в Тихвине, еще в других странах. Чтобы успехов желаю, чтобы победил сильнейший. Гроссмейстер России по шашкам Юрий Викторович Кириллов в турнире представляет Израиль. Юрий Викторович играет в шашки уже более 50 лет. Я был чемпионом мира по блицу, то есть это игра в молниеносные. Был чемпионом России, правда, далекие советские времена. Был бронзовым призером чемпионата России уже в наши советские времена, в российские времена. Но в Израиле много турниров выигрывал. Но, в принципе, играть на шашке такая игра, которую можно играть всю жизнь. Было бы желание. Этап Кубка мира по шашкам в Тихвине будет идти на протяжении недели. За это время участники не только определят сильнейшего, но и побывают на экскурсии в Тихвинском Успенском мужском монастыре. Юлия Кириллова, Михаил Смирнов, телеканал «Дивест», Тихвин.